Всем привет, меня зовут Никит Суворов, и это канал Global Drive. Перед вами маневренный и дерзкий новый байк Charmax Power Max 280, который готов оправдать свое звание короля бездорожья. Отзывчивый и надежный мотоцикл подарит ощущение комфорта на любой трассе. Можно не бояться перегрузок, это не про него. Дюплексная симметричная рама, отдельно проработанные сварные соединения попросту не заметят ударов и преград. Charmax Power Max 280 готов побеждать там, где другие сдаются. Да, громкие слова, но все же. Создан для тех, кто готов выйти на новый уровень в эндуро-гонках. Итак, двигатель. Идеально сбалансированный двигатель Zonction 172 с двумя распределительными валами будто был создан для этого байка. 250-кубовый, 21 лошадиная сила, и это более чем достаточно для быстрого старта. За цепь тоже можно не переживать, даже от такого резвого мотора наша 520-я цепь не порвется. Ну что, по нашей хорошей, доброй традиции, наш хороший и добрый друг, мастер спорта Алексей Ярыгин уже испытал Charmax Power Max 280. Леш, ну поделись впечатлениями, эмоциями и экспертной оценкой. Мотик положительные эмоции вызвал. Я считаю, что подойдет вот для начинающих, даже не совсем новичков, а кто уже начал прибавлять скорость. Понравилось что? Эластичный мотор. Ошибки какие-то может простить, то есть это хорошо. Вот. Хорошие ошибки райдера ты имеешь в виду? Да, ошибки райдера может простить, потому что не такой резкий, не такой агрессивный двигатель. Мягкая подвеска, то есть на небольшой скорости все кочечки прям работают хорошо, все проглатывает нормально. Резина стоит. Помнишь, мы недавно с тобой снимали Charmax Expert Pro? Вот отличаются подвески? Там пожестче, здесь помягче. И это, соответственно, для новичков гораздо лучше, да? Ну, покомфортнее будет, да. А потом, когда скорость прибавится, то можно пожестче уже. Что еще? Резина хорошая, кенда стоит, держак нормальный, отлично, мне понравилось. Ну, кенда это уже наш хороший друг. Да, в целом мотик хорошо управляется, укладывается в поворотах нормально, адекватный газ. Что по посадке? Посадка классическая, обычная для взрослого, нормального человека. Все супер. Ну что, вот на этой доброй, веселой и позитивной ноте я, как всегда, хочу тебя поблагодарить. Даже обниму даже тебя, Леш. Тебе огромное спасибо за твой профессионализм, за мастерство, ну и за талант. Талантливый спортсмен. Тебе огромное спасибо, во-первых, за трассу, за трек, за твои умения. Ну и приезжайте в мотошколу, мотомастерство, если вы находитесь неподалеку от Подольска или от Москвы. Здесь всегда можно потренироваться. Тренеры, во-первых, и Леша, и его тренеры вас обязательно обучат. Ребята, всех ждем. Вам тоже спасибо большое, что даете протестить разные мотики для обучения, для дальнейшего развития. Это очень круто. Поэтому ждем вас на занятиях, на тренировках и с тобой еще увидимся. Ну, обязательно мы приедем к тебе еще не раз. Давай, Леш, спасибо. Всем пока. Пока-пока. Итак, дальше по трансмиссии. Пятиступенчатая коробка передач с шестернями из прочного кованого металла практически не изнашивается с течением времени.
Лапка переключения передач, она находится там слева, алюминиевая и складная, не пострадает даже в случае жесткого приземления. Не рекомендуем, конечно, проверять ее на прочность, просто поверьте мне на слово. Карбюратор от легендарного японского бренда, установленный на лучших кроссовых эндуро-байках в мире. Что можно сказать про подвеску? Подвеску Charmax Power Max 280 можно настроить и под грязь, и под камни, и под песок без потери качества. Передняя вилка фирмы KKI имеет регулировки сжатия отбоя, задняя KKI справится с любыми преградами от камней до деревьев. Байк легко настроить под свой вес, подобрав идеальный баланс жесткости. Электростартер. Хотите быть на шаг впереди? Ну, здесь все просто. С быстрым, надежным электростартером вам нужно лишь нажать одну кнопку, чтобы продолжить вашу гонку. Проверенный привод и мощный двигатель стартера дадут несколько драгоценных секунд преимущества и сэкономят время в самый важный момент. Помимо электрического стартера, Charmax Power Max 280 оснащен и кикстартером. Вот он находится здесь, справа, но он вам, я надеюсь, не понадобится. Про охлаждение. Charmax Power Max 280 оборудован системой воздушного охлаждения. Нет громоздкого радиатора, вес байка стал меньше, управляемость, соответственно, лучше. Просто нажми на газ, вот, собственно, выкрути, ну и вперед. За температуру тоже можно не переживать, не перегреетесь, это точно. Ну, про раму что тут можно сказать? Идеальная геометрия, симметричная дуплексная рама из стали AJ1, позаимствованная у профессиональных гоночных байков, обеспечит оптимальную жесткость и отзывчивость. Благодаря такой форме райдер и байк становятся одним целым, как бы, ну и с легкостью они, собственно, вместе преодолевают любые препятствия трека. Руль. Ну, в принципе, здесь все стандартно. Руль переменного сечения, что, несомненно, важно для эндуристов, а также удобные мягкие грипсы. Это тоже важно, но, по крайней мере, для меня точно, особенно на треке. Позволяет обеспечить хорошее сцепление с вашей рукой. По поводу сидушки. Лично я бы еще отметил и ее. Она достаточно мягкая, вместе с амортизаторами, которые работают отлично. И она ощущается, то есть это мягкая сидушка. Вот, в принципе, и все. Я с удовольствием пойду, испытаю его прямо здесь и прямо сейчас. Немножко покатаюсь и... надеюсь, да что там, уверен, напитаюсь отличными эмоциями. Погнали! Прокатился я сейчас на этом байке, и я теперь прекрасно понимаю то, о чем говорил сегодня Леша Ярыгин. И я с ним абсолютно согласен. Этот байк идеально подойдет для новичков, для людей, которые начинают свой путь в этом виде спорта. И абсолютно убежден, что этот байк, если вы собираетесь стать эндуристом, подойдет вам на 100%. И это мы дополнительно докажем, когда совсем скоро отправимся на настоящие эндуро-покатушки в лес. Меня зовут Никита Суворов, это канал Global Drive, это мною любимая команда Global Drive. Ну а вы не забывайте подписываться и обязательно оставьте комментарий. Зашел вам ролик, понравился или нет. Ну и, конечно, опишите свой опыт в эндуро-покатушках. Меня зовут Никита Суворов, природа ближе, чем кажется. Пока, мой хороший, пока!